После 15 часов в программе «Персонально ваш». Журналист Архан Джемаль. «Персонально ваш» в понедельник после 15 часов. Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру. В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Художник Петр Павленский. С ватрушками здесь. Ух ты! Ай-яй-яй-яй-яй! Отлично! Нехуй, сука, гнать, бля! Да, согласна. Peace.
Остановился, да ну нахуй. И на третьем месте в шведском. Ямки. На нахуй. Нормально вообще. Ой, бля. Начинается, бля. Куда ты едешь? Бляха, муха, пипец, ты все сбил. Пошел на обгон и передумал. Это вот это перед нами ехал, нет? Вот это. А назад никого? Нет. Ёбаный нахуй! Сейчас этим все и закончится. А что было? На поворот уходил. Ты будешь останавливаться? Да. Почему? Но у меня на регистраторе едет. А почему? И что ты будешь делать? Тебе-то зачем? А зачем? Не, ну сейчас там это. Телефон ему свой номер оставлю, если будет проблема с гаишником. Так у них тоже регистратор. Я пойду сейчас. Он этот мотоциклист там будет помогать. Главное, я пойду дойду. Она мама? Опа, нахуй! Чё, долбоёб слепой, что ли?